Следующее, что в программе хорошего самочувствия есть, это омега-3 жирные кислоты. У нас в каталоге написано, что они для сердца и сосудов, но на самом деле они для всего организма. Вот. И омега-3, я уже говорила, выписывается гинекологом и косметологом, и очень большим количеством других специалистов. Вот. Оно, омега-3 повышает эластичность стенок кровеносных сосудов, снижает холестерин, улучшает работу головного мозга, память, зрение и так далее. В чем фишка, в чем особенность нашего омега-3? На данный момент мы делаем научную работу, это будет последняя, 10-я работа, и в ней мы изучили 50 омега-3 препаратов. Полностью еще выводы не готовы, но предварительные выводы таковы. Около 54-55%, точно не могу сказать, там считаем мы еще, препаратов, которые продаются в аптеке, без опознавательных признаков. Ничего не написано. Ни содержание омега-3 непредельных кислот, ни откуда брали рыбу, никакой отжим холодный и горячий, ни как делались там витамины дополнительно, добавляли, не добавляли. На упаковке написано только «принимать в день столько капсул». Это возможно по законодательству Российской Федерации. То есть препарат перед тем, как выйти на рынок, должен быть аттестован. Так вот, в материалах аттестации какие-то данные есть. А на упаковке препарата могут ничего не писать. Дальше около 25% омега-3, который продается в аптеке, имеет хоть какую-то информацию. Она не полная. Но она какая-то. Например, пишут вид рыбы. Или не пишут вид рыбы, но пишут, сколько миллиграмм омега-3. Ну, хоть какую-то информацию можно получить. Не просто название и принимать по сколько капсул, а какая-то информация есть, но она не полная. И как только информация появляется, цена умножается на несколько раз. Значит, цена омега-3 без опознавательных признаков от 100 рублей до 700, цена омега-3 с какой-то информацией на этикетке где-то от 800 до 1400-1500 рублей. И дальше идут препараты класса VIP. На них написано точная дозировка, точный состав. Вот. И есть еще отдельные препараты. Это препараты, два препарата, Омакор и второй препарат, который запатентован не как БАД, а как лекарственное средство. И вот на этих последних двух классах мы можем с ними сравниться. Почему? Потому что у нас известно, откуда берется рыба. У нас известно, что берется рыба, спинки рыб. У нас известна технология норвежская, первый холодный отжим. Написано, что добавлено масло примулы, вечернее масло ячменя. Масло примулы, вечернее масло ячменя относятся к омега-6. И сейчас при новой сертификации на упаковке вы это увидите. Вот. Значит, дальше дополнительное количество витаминов, которые нужно, чтобы сохранить двойные связи в молекулах. То есть у нас супер крутая омега, но она запатентована как биологически активная добавка. Если мы сравним ее с Омакором, который тоже очень хороший, но запатентован как лекарственный препарат, мы ровно в два раза дешевле. Вот у нас омега 1700 приблизительно стоит 60 капсул, а Омакор тоже стоит 1700 при такой же дозировке, но 30 капсул. Вот. Сравнивать нас с препаратами за 100 рублей я не могу, это просто невозможно. Это то же самое, что, можно сравнить самокат, а можно сравнить Volkswagen. Единственное, что близко между ними, виды транспорта. Можно ездить, на самокате можно ездить, на Volkswagen. Это абсолютно разные вещи, не сравнить.